Спортсмены из Чувашии завоевали 19 медалей в соревнованиях по вольной борьбе. В столице прошел 52-й всероссийский турнир имени Чапаева. За победу боролись 140 спортсменов из 13 регионов страны. Лучшие борцы Дагестана, Оренбурга, Татарстана, Нижегородской, Московской областей в тяжелейшей борьбе завоевывали свои медали. Неожиданностью стало участие представителей Кубы, которые выступали за Доминиканскую республику. В поединке с борцами из Чувашии они проиграли, но все же уехали с бронзой. Наши чувашские борцы, конкуренты с ребятами с Кавказа, либо с Дагестана, с Москвы. У нас, значит, в двух весовых категориях ребята стали чемпионами Чапаевского турнира. Они, значит, победители этого турнира получают звание мастер спорта России. Да. Ну и ряд ребят стали серебряными призерами, бронзовыми призерами. Астаков, спортсмен из Чувашии, борьбой занимается с 10 лет. Сломанное ухо и пальцы не остановили его в достижении своей мечты. Он продолжил заниматься спортом. Чапаевский турнир покорился Владиславу с третьей попытки. Получил звание мастер спорта, теперь собирается выйти на международный уровень. Тренировался, долго и упорно. У меня немного недовес был. За это чуть физически не хватало. За счет техники получилось победить. Рустам Ириханов родом из Грозного. На соревнованиях выступал за Оренбург. Победа далась ему нелегко. Соперник моложе, да и перерыв в тренировке большой, отметил борец. Однако своим выступлением остался доволен. Чтобы быть функционально подготовленным, физически подготовленным, скоростная физическая выносливость. Это надо находиться с теми ребятами, надо тренироваться. Кто сильнее тебя, поопытнее. Вот это я понимаю. Среди участниц соревнований есть и представительницы слабого пола. Правда, слабыми спортсменок не назовешь. Надежда Матвеева в упорной борьбе завоевала золото и звание мастера спорта. Тренировались, как обычно, 2 тренировки в день. Не думаю обычно о борьбе. Ну, просто делаю то, что умею, и все. Запоминающимся стал этот турнир не только для спортсменов, но и для болельщиков. За кого ты болел? За синего. Но он проиграл. Хочу быть спортсменом. Когда вырасту, хочу быть, не знаю, кем, но я решу. Среди болельщиков спортивная семья Щербаковых. На турнир они пришли все вместе. Пускай развивает эти способности у них, что природа в них заложила. Это и координационное, и силовое, и самое главное, дух воспитывается. Всего на турнире разыграли 20 комплектов наград среди мужчин и женщин. В копилке сборной Чувашии 5 золотых, 6 серебряных и 8 бронзовых наград. Ольга Алексеева, Павел Иритков, Республика.